Улица Победы в Кировском районе Самары. Прямо на пешеходной зоне от Каховской до Севастопольской расположились самодельные прилавки с овощами и фруктами. Зачастую не первой свежести. Несмотря на низкие цены, помидоры успели подгнить, а бананы почернеть в результате неправильного хранения. Чего они черные такие? Банан красивый. Ну они же, наверное, испорченные уже. Почему их продают? Что-то ко мне представили. Пожалуйста. У продавцов, по данным представителей департамента потребрынка, нет никакой лицензии на торговлю, как и документов, подтверждающих качество товара. Торговля ведется в антисанитарных условиях. Люди, которые здесь торгуют, у них ни санитарных книжек, продукция не сертифицирована. Просто мы даже не знаем, что здесь покупать. Ежедневным вот рейдами мы все-таки добьемся того, чтобы здесь, на этом месте, это все-таки центральная улица города нашего района, не было вот такого бардака. Жители близлежащих домов от такого соседства также не в восторге. По их словам, каждый вечер после того, как прилавки сворачиваются, некачественный товар просто выкидывают в кусты. Знаете, они ушли, остатки бросили. Все надо убирать, все. У нас здесь крысы бегают, нас здесь крысы замучили. Я вот цветы здесь поливать хожу, а у меня из-под ног крысы прыгают. Теперь предприимчивым продавцам грозит штраф от 500 до 1500 рублей, а также конфискация товара. С начала года только в Кировском районе было составлено более 20 административных протоколов за торговлю в неустановленном месте. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.